Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня под руководством своей любимой супруги я специально для нее сделал диетическую окрошку. Почему она диетическая? Да, во-первых, она без картошки. На самом деле рецептов окрошки много, но сегодня, в данном исполнении, окрошка диетическая. Смотрите, как я ее делал, и вам понравится. Для себя я, конечно, еще сделал мясной салат в простонародье оливье, но это совсем другая история. Сегодня все касается окрошки. Как я ее готовил, смотрите и запоминайте. Надеюсь, вам тоже понравится. И это, поверьте, диетическая. Итак, друзья мои, для сегодняшней окрошки нам потребуется 500 грамм вареной колбасы. В принципе, это может быть и вареное мясо, но в моем случае это вареная докторская колбаска. 10 яиц вареных порезали тоже кубиками, так же, как и колбаску. Редисочка резаная, 300 грамм, килограмм свежих огурцов. И зелень по вкусу на любителя. Я люблю укроп с петрушечкой и, естественно, зеленый лучок. Итак, друзья, берем большую емкость, в моем случае это нержавеющая кастрюлька, и все ингредиенты в любом порядке высыпаем в нее. Итак, друзья мои, наши ингредиенты уже в кастрюле. Солим по вкусу, в моем случае 2 взрослые щепотки соли и перчик, опять же на любителя. Мы любим поперченней. И все это дело обязательно перемешать тщательно. Всю эту красоту тщательно перемешали и добавляем сахар. В данном случае у нас 2 столовые ложки. Добавляем немножечко лимонной кислоты, приблизительно. Ну, чуть-чуть на глаз, буквально, наверное, 2 чайные ложки. И тщательно перемешиваем. Теперь добавляем 50 грамм горчицы. Я беру остренькую. И, естественно, добавим сметанку. Я беру 10%, 600 грамм. Добавляем и перемешиваем тщательно. Так как у нас уже все перемешалось, теперь будем добавлять кефир. Кефир мы используем 1%, 2 литра. Не забываем, что эту окрошку мы стараемся делать более-менее диетической, специально для моей супруги. Друзья, старайтесь выполнять все последовательные действия именно как у меня. Для чего это делается? Для того, чтобы все ингредиенты пропитались, перемешались тщательно и не было никаких хлопьев. И наша окрошечка была действительно вкусной и полезной. Итак, друзья мои, напомню, у нас ушло ровно 2 литра кефира. Теперь мы это дело тщательно перемешиваем. А что делать дальше, я покажу. Итак, друзья мои, мы все тщательно перемешали, и многие из вас уже наверняка уверены, что окрошка готова. И наверняка многие так и делают. Но я вам расскажу о нашей фишке, рецепт нашей семьи. Предварительно мы подготовили кипяченую холодную воду. Я даже сказал бы, не холодную, а ледяную. И добавляем сюда в окрошечку. В нашем случае это будет 1,5 литра холодной кипяченой воды. Но вы, друзья мои, смотрите на свое усмотрение. Кто-то любит погуще, кто-то любит пожиже. Но не забывайте, чем жиже окрошка, тем она диетичней. Друзья мои, нашу окрошечку я перемешал. По желанию вы можете добавить по вкусу специи, перец, соль, на ваше усмотрение. Но в моем случае все идеально. Окрошка получилась вкусная и очень нежная. Уверен, моей супруге понравится. Друзья мои, есть много разных рецептов приготовления окрошки. В данный момент я сделал именно такую. А так, подписывайтесь на наш канал, будем делиться другими рецептами, будем окрошку делать в другом виде и исполнении. Уверен, вам понравится. Надеюсь, мой совет был вам полезен, а моей супруге 100% понравится. Всем приятного аппетита и до встречи на моем канале.